Ну, все, он сам не знает. Давай, прямо сейчас, Гранта перед ним. Давай, Опель сбоку, я сзади. Вот, все, прямо сейчас, давай, жмем, все. Тормози, тормози. Гранта перед ним, становись, тормози. А это кто, Карина? Это с нами. Мы, если что, извинимся. Можно бы уточнить, молодой человек? Вы не употребляли алкогольные напитки? Нет, конечно. Не употребляли, да? Нет, кто играет? Ты машину везет! Тормози, друг! Ты машину везет! Ты, блядь, что делаешь? Зачем? А зачем ты? Это ДТП, братан! Да, я заблокировал! Ну, вылез сюда! Вылез сюда! Все, экипаж здесь, экипаж виден. Я находился на парковке гипермаркета «Линия» в Северном районе. Наблюдал за машинами. И вдруг пронеслась девятка серебристая. Что мне показалось странным, он поехал за линией, не стал выезжать на кольцо. Ну, я так, почему бы не проследить за ним? Поехали за ним, он то быстро ехал, то медленно тормозил. Потом поехал к Зодиаку, у нас там магазин, там купил бутылку пива, там уже все ребята подъехали, и все как бы видели, как он сделал глоток. Доказательство было разительно, в том плане, что он был выпивший. Долго эта погоня была, маршрут был неадекватный совершенно, собственно, как и поведение водителя. Он поскочил на красный. Ну, вот машины 4, наверное, за ним ехали. Вот на этом месте, почти около ГБУ, все-таки удалось его... Ну, мы со всех сторон его окружили и остановили. Первым его словом было: ребята, а что, собственно, происходит? Ну, когда он вышел из машины, стало все понятно. Человек очень был уставший, видимо, от алкоголя, расслабленный. Просто вижу по реакции, что он делал. Эксперт. Ну, можно так сказать. Я у тебя просто спрашиваю. Нет, я в этом не экспертизу. Ну, наверное, я молчу здесь. Ну, почему ты? Почему ты не будешь надо делать? Это твое дело. Ну, я тут не могу. Наше общее общественное дело. Трубочка, смотрите. Александр. Я буду проходить экспертизу на Каляеву. Каляева? Ну и там, где она проводит. А, вопрос. То есть вдышать прибор вы отказываетесь наш, да? Смотри, чтобы просто эвакуировали, оно стоит под знаком. Установлено состояние опьянения. А само, я имею в виду, результат не указывается. Ну, зачем? Вот он, состояние опьянения. Нормально, короче. Больше двух пробили. Можно задать вам пару вопросов? Где задать? Вы говорили, вы трезвый. Вы нас обманывали?